Мама с папой у Димы смотрят только Енисей. Все покажем и расскажем. Включай нас в кабеле скорей. Утром, вечером, неважно. Где смотреть, ты сам решай. Енисей увидит каждый. ОТР скорей включай. А в одной деревне где-то смотрят спутник баба с дедом. Подарили им тарелку, чтоб включали Енисей. Сразу стало в той деревне веселее и теплей. Димин брат не унывает, у него ведь есть смартфон. Там любую передачу без труда отыщет он. День и ночь сестренка Аня не вылазит из сетей. В ленте новости читает. Так удобней и быстрей. Так что правило простое. Ты запомни на года. Где бы ты ни жил в России, Енисей с тобой всегда.